Смотрите, сколько дзецек может тащить этот автомобиль. Смотрите, считаем. Раз. Один друг за друга зацеплен. Два. Три. А может, он просто прицепы привозит, я не знаю. Для дзецек. Но думаю, что все потащат. Четыре, пять, шесть. Тоже Сузуки. Надежный японец. Смотрите, что мы обнаружили на Ката Бич, на пляже Ката в Таиланде. Хрюшка черная, прям ходит по пляжу, себя тусит. Люди вот фотоют их. Маленькая еще такая. Кабанчик. Кабанчик, да-да-да. Идет себе шевелить. Нормально, куда же он пойдет? Мы сейчас проследим. Вась, ты куда? Куда идешь? Смотри, как соображают, да? Куда идешь? Он укусить, наверное, может, да? Я иду такая вся в Дольче & Габбана. Смотри, бежит, бежит, бежит. Собаки, ну, идет. Собачка бедная на одной ноге. Кабанчик, ты кушать хочешь? Что-то говорит ему. Здесь и так интересно. Я такого еще не видел. О, собака сильного сейчас хочет, честно. Он пристает, видит, что она без лап. Смотрите, поехал. На всю дает, в песке застревает. О, тут движ уже пошел, короче. Кусить хочет, сожрать его, кабан хочет. А собака сопротивляется, хотя и без лапы. Или хромая лапа. Хочет усануть его, типа, что такое, что за движ. Собакин, ты боишься эту свинку, не? Все, ладно, почапало. Давай, удачи. Хватит все по пляжу, поверить не могу. Ну как вот живет местный народ здесь, короче. Кошки лазят, но на кис-кис вообще не отзываются. Ноль. В волейбол играют тайцы. А вот так живут местный народ. Машина неплохая стоит, но живут в таком сарае, что просто. Им что тут ни отопления, ничего не надо. Они себе так. Зашли в палатку. Огородились от пауков и змей. И все. Вот это их бизнеса, которые они предоставляют. Смотри, кашечка. Предоставляют, короче, это. Местным отдыхающим. Столики проставили деревянные, всякое такое, чтобы было удобно. И готовят прямо тут на пляже всякие свои блюда. А сзади хрязнючий канал, всю парашу выливает туда. И он вытекает в океан. Типа, понимаю, океан фильтр, конечно, он все очищает, но тем не менее. Hello. Посуду моют местные люди. Пожалуйста. Короче, жизнь кипит. Я не знаю вообще, что там водится в этом канале, какие анаконды. Даже знать не хочу. Пожалуйста.
Ананас режет себе что-то. А то это кухня такая. Как вам? Интересная кухня. Тут же спят собакины. Чилуют на песочке. В общем, жизнь такая вообще. Ленивая-ленивая. Местный транспорт. Что? Не понял. Кажаны летают. Чечены летают. А машины, смотрите, какие пикапы новые, тойотки, форты там. Класс. Все, каждый день что-то возят отсюда. Такие мотоциклы с коляской, помощники. Короче, очень интересно. Он сыт прям здесь, вообще по барабану. Люди идут. Короче, покажем вам за это, за кулисами. Тайская жизнь за кулисами туристических красот. Собачка классная. Песик. Щенок. Костя лохает. Ай, ты хороший. Красиво вообще, да? Все, день рабочий у них закончился, они отдыхают. Ну, у некоторых. На пляже те, что... А те, что здесь, торгуют, пожалуйста, овощами, блинчики, все дела. Трактора увозят с всякими сузуками джетски. А? Не страшно, сейчас помоем, тебе полью, воду куплю. Ну, а тут еще продолжается жизнь. Тут они кушают, пьют, сейчас только начинается вечер. Начнутся прогулки людей. Люди будут кушать мороженое, жареные, вернее, даже не жареные, а тайские блинчики. Это вкуснятина, короче. Они не в масле жарятся, а просто на противне. И то не жарятся, а так, по-быстрому. С нутелкой там все дела. Все очень вкусно. Ну, вот пляж, в принципе. А вот дорога сразу, где можно идти или ехать. Тут же отели какие-то. В общем, жизнь кипит, нормально. Может, давай это, зайдем, да, на сайдвок, чтобы нас скутер какой-нибудь не цепанул, не означай. Нормальные спуски, ступеночки, все, прыгать не надо. Так, на сегодня этот бизнес тоже прикрыт. Ужинает местные дамы. Приятного аппетита. Эти джипон американский идет, за джетсками едет. Или просто туристический, экскурсионный. Интересно здесь. Контрасты большие. Чистые, красивые, дорогие отели рядом с пляжем. И тут же такой движ, как вы только что видели несколько минут назад. Свиньи по пляжу бегают. Как тебе свинья на пляже? Нормально? Это что-то. В общем, пошли к своему скутеру. Короче, ребята, мы решили поехать в зоопарк, приперлись от Phuket Zoo, называется. А у них здесь вход $50, 1500 бат. Это неимоверно дорого, короче. Решили мы не получать это удовольствие за такие громадные деньги, а посмотреть все это дело на YouTube, кто тут уже был. Поедем сейчас лучше на обезьянок, посмотрим на обезьянью гору, какая она здесь называется, 30 минут отсюда. Сейчас посмотрим. Добрались мы, короче, до этого.
Бутылку, мама, бутылку. Да, обезьян. Или что-то. Кусок пластика, он думал, что это бутылка. Это не наша. А, мне зараз тут потянут. А я ему потяну, что по башке трясну. Вытаскивай карманы у людей, что-то. Да. С мотоцикла. Это маска была явно или что-то подобное. А там написано, что на мотоцикле ничего нет. Что, воруешь, да, пацан? Сейчас шорты вытянет. Тихо. Не надо, этого зря. Мама, да хоть прогнать его чуть-чуть. Нет, снимала вот тоже все. А тут тоже ваш? Нет, это ваш. Смотри, они мутят реально. Типа слышишь, конкуренция. Они куртки из бананы. Разорвали просто. Сейчас пойдем дальше. Тут еще не все. Короче, обезьяны хулиган. Что, нассали, да? Кошмар. Кошмар. Ну хорошо, что мы. Покажешь забрать шлем? Едем, короче, на байке на смотровую площадку. Там уже посмотрим этих обезьян. Там, я думаю, больше. Такие карапузы маленькие лазят. Ну, пугать их нельзя, походу, они такие злые. Тут одна своровала, короче, сю. О, вау. О, еще вон своры. О, don't open, steal. It's gonna steal everything. Close it. Close. О, вау. О, вор. Все. Все, короче. They like water, huh? Что, им горячую нашу отдадим тоже? В принципе, можно, да? Ну, давай, может, они пить просто хотят. Смотри, один он сосет уже бутылку. Маленький такой. Все, дайте. Забрал бутылку, короче, дал я ему бутылку. А, он не может с бутылки пить? Угу. Ничего себе. Давай, переворачивай. Не изобразит, как с бутылки пить. О, пьет с бетона. Ну что ж ты, Вася, а? Я па. Переворачиваю бутылку в рот себе. Опа, не сильно. Да, у них жажда. Молодец, давай. Начинает соображать башка. Молодец, давай. Умное животное. Ну не сильно. Григорий, ты чё? Ай, кошмар. Сколько я здесь много. Ну, малые вообще классные. Гляньте на гидростик бананчик. Да. Малый. Опа. Пожалуй, тоже напитывается. Он, походу, это. Услышал, что ты сказала. А зубики мои. Да, не, очень острые. Прикольно. Не укусишь? Привет. Да, бабка. Не бойся. Да, молодец, смотри, пьет. Да, догадалась уже. Хотя зла. Нету ничего. Сейчас буду вытягать, а сейчас буду вытягивать. Не лапой как чапнула, да? Вважай. На не вытянуть. Вважай, не найди зараз. Ничего себе. Все, без мопеда. Ой, они клановые такие, знаешь, они друг за друга такие типа чапают. Что забрала?
машине. Ничего себе. Вот эти какие же здоровые. Он уже привык по тебе скакать, поэтому... Ну, давай едем. Все, поехали. Сейчас тут бабуин отсюда свалит. Все, давай, пока. Все, до свидания, сказал. Жди. По-людски, видишь, она хочет тырить. Она хочет тырить. Хочешь зараз? Не так, не сейчас. Не надо. Не надо. Сзади вилей. Какие-нибудь бананы ходят? Да пусть обойдут. Банан, вон он. Вон. Дай. Почисти. Любят чищенные, да? На, поснимайтесь. Их по камеру. Не любит чищенные. Она вообще не хочет, она хочет замахивать. Миш, кинь эти бананы, кинь. Так кинь эти бананы, бы зараз дві на кочку. Миш. Третя маленька, давай. Поки їх нема багато. Да, мала. Я, короче, тебе майже не знімаю, бо я боюсь бігти. Я тоді подальше поснімаю. Ой, ти зяйко маленька. Вважай, на ще одна та сама. Ну що ти, брата? Вот, видишь? Это нельзя. Бай-бай. Миш. Попытаешься? Не, кажа. Вважай, тут насуваються і великі, і малі. Кинь мені ті банани. Привет. А, до речі, великі не скачуть. Скачуть не більше оці. Оця. Вона їсти не хоче, не хоче замахувати. Царапає? Ні. Бери, ти що? Банан ти що? Give me, please. Come here. А, дорога. Окей, сядьте. Full. You're hungry, eh? When you feed, you sit down. А тебе велика може хоч? Що? А запитай, чи вони кусають? Дай бай. Бай. О, синьки. Ну, ми що можемо. Де скільки там йде? Малюсенька, ну де ти лізеш? Маленька. Скільки не їдять тільки банан. Все, я починаю до них привикати. Ну, нормально. Скоріше тут лазять, поэтому. Нюхай. Диви. Напад номер 34. Вкусно, да? Малая, иди к себе нормально, смотри. Да, и бачу. Ничего не трогает. Вот это бабуинчик. Именно вот этого роста, они все скачут. Все, можно, я уже закончила?
Двик там танцює одна, дви. Ой, мрію, клас. Щоб не напійся, головне. Що, ти ще не напісила, мала? Лапи двики тебе грязь. Ти тепер? Віж, цей... Я трошки знімала погано, бо я дивилась. Це. Кушаєш? Куш, не бойся. Дай тобі зроблю фотографію. Кушай. Давай, обернись, давай. Ой, клуб. Ну, дай бач. Все, на це камеру, я хочу це зняти. Ладненько. На, ну, будь ласка, я хочу трошки поснімати. Не будемо по. Та дивися, ти даєш на скутер і на всьому бананах. Привіт. Все, вони вже з усіх сторон. Дай пакет, щоб не думали, що в тебе щось є. Що це? Заводим. Вкусно? Вкусно? Дзви! Кш! Міш! Кш! Рве! Кш! Смішна мала. Садить рве скутер. Привикається до них, правда? Вкусно? О, лишки достають, смотри. Ладно, смотри, он даже выплевывает эти шкурки. Ничего себе. Иди сюда. Доїла банан, молодець. Той, що не смітила. Ой, клас. Йо. Все, їдем. Вважаєш, що мене вкусили? Міш, не наривайся до неї. А ти ключ знов залишив всередині. Ти вовремя. Ну, а бачиш, я кажу, ключ витягне. Ангутен. Ангутен. Ну, ну. Бач, ключ, каже, дядько витягнути. Ой, блін, знову помахала рукою. Все, давай їдемо, сюди. Прибери той банан. Міш, прибери банан. Своєї подружки, сліди. Сліди подружки. Хорошо, що ми всі в білому. Що за пачки? Все, їдь, поки друга не скочила. А воду хочеш красти в дядька колись? А, не в основному по воду я ходжу. Ні, ну прикольно, мені подобається тут не зроблено. Надо пару сторіс ще зробити. Ну з'їдь униз, будь ласка. Зараз друга скочить і замостить. Їхать, так? Да? Так. Хоча б отам внизу, там їх нема. Пару карточок. Вот вони, проглоти.